От, ти знаєш, у нас зараз міністр освіти Новосад. От така жінка. І от така. Вона нещодавно там зробила пост у Фейсбуці, там 10 стрічок, там 20 помилок на українській мові. Так це нормально. Але ж це міністр освіти. І от, можливо, проблема в тому, що на Україні дуже багато людей, які розмовляють на суржику. Ну, наприклад, я зараз намагаюся спілкуватися українською мовою як за підручником. Але ж... Але, в принципі, мені подобається твоя українська, але ж, і ти у нас набагато, як говориться, можна... Дуже багато суржику є. І слово російське, слово на українській, слово якийсь мікс. І в мене теж це є, але там, я вважаю, що не досить багато. І адекватно, що на половині України проблема суржика, ну, така дуже суттєва. І от якщо людина розмовляє суржиком, це українська мова чи не українська? Якщо подивитись пост Новосад з помилками... Ну, якщо ми вспомнимо товариша Авакова, який говорив, я зараз вам на слобожанській мові розкажу. Вот. Вообще, мне кажется, немножечко вот вопрос языка, необходимо людей останавливать, то есть, чтобы они не педалировали как бы эту тему вообще. Мы, мне кажется, на данный момент мы должны немножечко все остыть. А касательно, ну, лучше, конечно, я считаю, что это правильно, если человек общается на украинском языке, не, ну, не на суржике, на русском, там, на английском, на каком-то еще языке, если это более-менее так в чистой манере. Но, опять же, когда вы заставляете людей, а это именно так я сейчас это представляю, это неправильно. Во-вторых, ну... Не, просто про те, якщо я перейду зараз на суржик, то... Я не вылью на тебя чай, и мы не начнем драться. Это будет в рамках закона? А, вот чи не в рамках закону? Ну, тобто, буде до мене якісь питання, що я там українську квоту... І от поэтому очень хорошо, что госпожа Новосад делает 22 ошибки или 20 ошибок, потому что мы всегда сможем апеллировать к тому, что, вот смотрите, Новосад может, видите, это не просто так... продавщица колбасы, это министр, вот, и, соответственно, в этом плане, я думаю, что взятки гладкие будут. И то, в принципе, с суржиком... Это отлично теперь, ну, это можно, все. Пиде. Пиде, пиде, вот, ничего страшного, уже как бы... Але, мабуть, с этого привода треба зробити якийсь офіційний запит в ці комісії з питань там регулювання. І обов'язково в цьому запиті хоча б 22 помилки треба зробити. От. І принтскрін поста міністра. Это как факсимилия должна быть просто. Вот такая печать, вот этот пост, вот так, хоп, принято, все. Зрозуміло. Ну, это вот хорошо, что мы можем над этим посмеяться, потому что, в принципе, у нас, наверное, другого выхода нету. Вот, мы уже прячемся вот за этим юмором, мы прячемся от нашей реальности. Ты зараз сказав, що от потрібно людей зупиняти. Я думаю, що потрібно зупиняти тих політиків, які вже вони приймали багатенько законів, які зі здоровим глуздом не мають, ну, зовсім нічого спільного. Ну, давай ми будемо етимологію слова зупиняти, тобто, іменно, що ми маємо в виду останавливати, тому що, судя по той криміногенній ситуації, яка у нас зараз твориться, вот, то есть ми спокійно можемо відкривати сайти новостей і постійно кого-то застрілили. От позавчора застрілили чоловіка, пластичного хірурга в центрі Києва, це все. Тобто я вже, как бы, если что, мне лучше гулять где-то по Троещине, но в центр я уже не ногой, потому что все самое кошмарное происходит там. То есть что мы имеем в виду зупиняты? Зупиняты. Это каким образом? То есть давай так, сразу же, чтобы к нам никаких претензий не было, мы зупиняты маем руками, разве что вот так может быть. Там дверь придержать, чтобы они не заходили, не приходили. Просто доповнювати в рамках закону. В рамках закону, обов'язково. Я вообще считаю, что в последнее время я чувствую, что каждое слово, которое мы произносим, мы должны его дублировать, то есть такая звездочка должна выскакивать где-то здесь. На самом деле мы имеем в виду только законные, легальные
Як ти вважаєш, законно змінювати закон? Я другої такої країни не знаю, де так вольно, смірно і вперед. Вот. Як ти вважаєш, от, законно змінювати закон в рамках закону? Это очень классно. Я думаю, необходимо написать такую песню даже, потому что это вот есть такой рэпер Snoop Dogg, который говорил «I know some people who know some people who know some people who know some people». Наверное, это приблизительно из той же оперы. Здорово, здорово.